К другим новостям. Стартовал прием заявок на премию губернатора «Наше Подмосковье» 2018. Добавлю, она проходит на территории региона с 2013 года. За 5 лет в ней приняли участие более 150 тысяч человек, а 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию. Кстати, на минувшем еженедельном оперативном совещании в администрации эту тему тоже не оставили без внимания. С кратким докладом выступила Наталья Тышкунова, заместитель главы администрации округа. Она подчеркнула, что общий призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей. Сроки подачи заявок на участие в ней с 26 марта по 31 мая включительно. В этом году категория разделяется на следующие номинации. Это патриотика, здоровый образ жизни, инновационные технологии, гражданская инициатива, добровольчество, экология, ну и традиционная культура и творчество. В сравнении с предыдущими годами появилась новая категория – это добровольчество и развитие волонтерства. Награждать победителей в этом году планируют 4 сентября. Подчеркну, каждый, защитивший свой проект, получит диплом участника премии. Всю необходимую информацию вы найдете на сайте нашеподмосковье.рф. Там же опубликуют адресный перечень пунктов приема, консультационной и методической помощи всем желающим участникам премии. Мария Лапчева, Никита Скраган и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.